Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 18 день и сундук. Так, монеты, бабочки, древесина, руны, рыба и опять руны. Отлично. Так, у нас почти 1500 рун. Но этого мало. Так, ну-ка, что у нас? Беззубик притащил, ну, как всегда. Древесины, 2 миллиона, это очень мало. Кто-то из подписчиков меня спрашивал: Рэй, а почему ты не ищешь элементы на очередного легендарного дракона? Отвечаю, ребят, я хочу найти в данный момент того самого дракона. Как его там? Громилет. Вот как его найдем, сразу будем искать следующие элементы. Это просто дело принципа. Но нет гарантии того, что я не захочу найти вот этого дракона, кораблекрушителя. Но пока у меня все-таки громилет в приоритете. Выглядит он очень красиво. Я не знаю, как он будет себя вести и будет ли от него толк. И кто-то, кстати, из подписчиков писал: Рэй, почему ты не купишь кузню или как она там называется? Короче, где он... А, рудник. Ребят, если честно, я не могу понять даже, где этот находится рудник. Я бы обязательно его купил бы и построил бы, но, по-моему, мне еще рано его приобретать. Пока мы вот занимаемся с тобой тем, что прокачиваем наших драконов до определенного уровня, чтобы потом можно было прокачать наш зал совета на следующий левел. Так, что у нас тут за новинка? Покажи, пожалуйста. Ага, вот это я возьму. Остальное я перебьюсь. Так, давай смотреть дальше. Дракончиков наших сразу отправим с тобой в дальнейшие, да, приключения. Пускай они там ищут какие-нибудь полезные плюшки. Шум. Бесплатно. Так, кривоклык. У тебя что? Ага. Давай посмотрим, что ты нам здесь выкинешь. Мне кажется, либо яйцо, либо янтарь. И это все-таки янтарь. Да, что попроще, то нам и дают. Так, и мы его отправляем дальше в приключение. Пускай летит. Отстроить заново. Бесплатно. Так, полетели. И остается у нас сарделька. Удивительно, ребята. Три яйца. Ну, какое бы даже не выпало, ребят, все равно мы будем с вами его отдавать. Так, ледяное. И это у нас... Кто же это у нас? Ага, это шепот смерти. Конечно, мы его сразу отпускаем. Стоит он всего 2000 рыбы. Это вообще сущие копейки. И отправляем его дальше в приключение. Пускай летит. Так, что у нас здесь? Ага, костолом. Давай мы его покормим и отправим дальше прокачиваться. Так, а сколько нам нужно там драконов и какого уровня, чтобы улучшить? 85-го. 10 драконов, ребята. 10. Блин, это очень много, если честно. Так, сколько у меня еще места? А, все, уже забито. Ну что же, блин, почему я его не отправил, а? Быстрее иди за рыбой. А ты за древесиной. Сидит там, прохлаждается. Эти у меня получают по уровню. Так, покормим. Кревета тоже мы с тобой... А, он уже сразу готов, да, обучаться? Вот, шепот смерти. Да, рыба у нас улетает моментально. Осталось всего лишь 45 миллионов рыбки. Так, тут забираем дровишки, отправляем. Этого тоже за дровами. Тут, друзья мои, как видите, 3 дня, 19 часов еще будет делаться, да, чтобы мы смогли с тобой вот эту территорию освоить. Ну, вроде бы как и все. Давай мы, наверное, с тобой заберем пак. Плюс рекламный глянем. Так, монеты Одина. А здесь шторморез, костолом, сарделька. И все. Окей. Так, будьте добры мне, пожалуйста, дать еще вот этот рекламный пак. Монетки Одина. И сама начинка. Кревет, крылатый ужас, громобой защитник и ресурсы. Окей.
Так, теперь проведаем наших легендарных драконов. Этот, наверное, как всегда, листочки нам. А нет, смотри-ка, что-то новенькое, ребята. Какая-то руна. Забираем и отправляем его дальше на поиски. Так, зеленая смерть, ты-то что мне тут принесла? Жетон и, опять же, янтарь. Ага, секундочку. Ну-ка, давай посмотрим. Улыбнется удача нам? Ага, шиш. И я почему-то этому не удивлен. Так, лети, обучайся тогда дальше. Слушай, а Острозуба, почему мы с тобой не отправляем, а? Пускай идет, конечно же. Может быть, переведем его в титан. Так, здесь забираем древесину и отправляем дальше. Все, вроде бы разобрались, да? Всех отправили, расставили. Все, что могли, мы с тобой забрали. Откроем еще пак, который у нас тут... Ага, это у нас редкий. Душитель. Блин, он прикольно стал выглядеть, да? Шторморез, Костолом, Крылатый Ужас, Водорез, Громовой Защитник и Сарделька. Активируем следующий пак. Все, пускай он будет у нас работать на открытие. Так, обмен. Ага, янтарь. Созрел. Ставим с тобой следующий. И забираем вот здесь вот награды. Тусклый янтарь 25, 75 тусклого янтаря, 5 рун, 30 бабочек и еще 50 бабочек. А, даже еще 50 есть. Ух ты. Слушай, прикольно, очень много тут бабочек нам надавали. Забираем. Кстати, сколько у нас этот ивент вообще продлится? Так, получить 300 миллионов единиц древесины и победить драконов в схватке. 300 миллионов древесины, это, конечно, проблема мне получить в данный момент. Кстати, что у нас там по событиям? Открылось оно? Да, ребята, угроза безопасной продажи открылась. И мы начнем его проходить. Кстати, он, наверное, тоже идет... Нет. Нет, друзья мои, ни с одной заходки. Оно очень длинное. Ну что, поехали? Приступим. Первая награда — это 1500 тусклого янтаря. Два противника, сколько волн? О, одна волна. Слушай, ну это круто. Блин, вот правда у меня ресурсов маловато. Прилив сил одна штука и груши две штуки. Ну, поначалу все будет, конечно же, легко и просто, потому что уровень у них маленький, слабенький. И здесь мы с тобой пройдем первые три поединка, наверное, на изи. А потом мне почему-то кажется, что будут уже не одна волна, а две, а может быть даже и три. Там мы с тобой уже посмотрим. Ну что же, первая победа на сегодня. Отлично. Двигаемся дальше. Крутим колесо, смотрим, что нам здесь выпадет. Да неужели древесина, а? Блин, лучше бы плод мудрости. Две штуки мне бы как раз очень хорошо зашли бы. Ладно, забираем с тобой тусклый янтарь. И у нас с тобой будет... Так, здесь поединок, да, получается? И здесь. Только после этого мы получим с тобой 50 рун. Ну что, будем надеяться, что враг будет по-прежнему... Ох, ё-моё, теперь три противника. И одна волна. Ну и с кого начать? Наверное, все-таки мы начнем с тобой с шепота смерти. Но я его не успею запинать. Или успеем? Сейчас проверим. Успел. И то благодаря тому, что, ребята, мы понизили ему броню. Опачки, что делает водорез, а? Так, этот не собирается бафать, да, я так понимаю? А если даже и пробафает, мы, скорее всего, водореза уже уничтожим. Прекрасно. А теперь бафайся. Мне не жалко. Но, видишь, он не собирается. Ясен перец. Для кого ему делать баф? Для себя? Это бессмысленно. Ну что, второй поединок, победа. Так, друзья, крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадет. Да ладно, неужели пак? Ё-моё, ну спасибо хоть на этом. Это очень приятно. Так, двигаемся дальше. Вот у нас здесь будет еще один бой. Потом мы забираем с собой руны. Так, потом бой, еще бой и пак.
Ну, я тебе говорил, что не все так просто будет. Это событие у нас очень длинное. Возможно, даже на 2 дня, а может быть даже и 3. Смотри-ка. А, тут уже две волны. Вот оно что. Тут уже две волны, друзья. Ну что, начнем, наверное, с душителя. С этого противного душителя. Так, наверное, мы его шваркнем сразу же. Не давая шанса, да, ему сходить. Ну, водорез. Так. Бомбанули. Кусанули и... Хоть бы крит, а? Ай, нет, ребят, не получается. Почему-то именно шторморез он не критует. Видишь, что творит? А тут у нас кто? Опять душитель и громоль. Видишь, что творит? Погнали. Можно, в принципе, сделать вот так. Шикарно, добили. Ну что, громоль, можешь даже не выпендриваться, тебе все равно здесь ничего уже не поможет. Раз, два и добивка. Вот так вот это все делается. Ну что, двигаемся дальше. Крутим рулеточку и смотрим. Блин, опять древесина. Плохо. Блин, вот если бы были бы мы с тобой наездники, да, мы бы получили дополнительный шанс крутануть. Так, ну что, забираем с тобой руны. 50 штук. И двигаемся на следующий бой. Энергии у нас всего лишь на 2 боя. Получается, мы вот этот пак забираем и все. И на этом заканчиваем. Я не знаю, может быть, сходим с тобой на арену сегодня. В плане, он один? Да ладно. Братишка, тебе не повезло. Ты же один. Что ты нам сделаешь? Ну, тут еще одна волна будет. Вау, как хорошо бомбанули. Так, а здесь у нас душители, я смотрю, шепот смерти. И опять же... Тихо, тихо, тихо. Блин, с кого начать-то? Давай вот так, наверное, будем делать. Твою... А, он не успевает, да, сделать? А вот этот сейчас, наверное... Это терпимо. Так, Громорок, успокойся, блин. Так, ну что, мы добрались до душителя. Я вот боюсь, что он сейчас, ребята, сделает пакость. Поэтому хернемся. Сейчас у него... Да-да-да, конечно же, массовая атака с гипнозом. Опачки, а гипноз-то не на всех сработал. Только лишь на Барсика. Ну и отлично. Этот все бомбит, а? Так, Барсик, ты что будешь делать? Прекрасно. Добиваем этого ханорика. И громо... Блин, нет, не получается у нас громорога наказать. Ладно. Как-нибудь промахнулся. Серьезно? Вот так вот. Ну что же, давай посмотрим. Ага, рыба. 50 миллионов. Окей, ну что, ребята... Переходим сюда, но... Ну да, вообще-то хватает у нас всего. Как говорится, вперед за паком. Так, шепот смерти, он здесь один. Но он ходит первым, а? Сейчас мы ему быстренько броню-то снесем, да? Ну-ка. А, мы его даже убьем. А здесь у нас громобой. Да, тут компания, конечно, еще та собралась. Так, с кого бы начать-то? Давай, наверное, вот с громорога. Не знаю, почему именно с него. Так, потом мы, наверное, будем брать с тобой... Хм, странно, он даже не стал нас поджаривать. А этот... Все, я понял. Так, ну что, валим с тобой Костолома. Попытаемся. Так, погоди секундочку. Ходит сейчас он, да? Звездани, пожалуйста, вот своему корешу, а? Будь так добр. Ой, спасибо. Ну, правда, так мало ты урона нанес. А мы пока с тобой вот этого будем чекрыжить. Давай вот броню ему понизим.
Укусим. Я думаю, что это добьет его. Причем у него усиленная атака, как ты видишь. Все. Наше дело маленькое. Да, ребята. Очень легко проходим пока. Давай посмотрим. Так, рыба, 75 миллионов. Замечательно. Ну что, в принципе, мы с тобой пак этот забираем. И на этом заканчиваем именно арену. Точнее, испытание. Так, а что у нас тут будет? 200 бабочек, пак, 75 рун, светлый янтарь и бабочки. Ну, тут еще очень много, ребят, ходить. Так что, скорее всего, две серии еще будет у нас именно по испытанию. Что я хотел? Я хотел, ребят, ну, во-первых, откроем с вами паки. Ну-ка, глянем. Необычный набор. Рыбка, древесина, рыба, древесина, размягчитель. Опять, что мне дают этого размягчителя? В прошлой серии был, да, опять его дали. Так, рыба мы заберем. Вот так. Тусклый янтарь тоже заберем. И у нас еще тут пак завалялся. Так, монетки Одина. Кревет, душитель, водорез. И все. Так, ну что, 1500 рун мы с тобой собрали. Будем дальше продолжать копить. Тут забираем с тобой бабочек. Так, и нам нужно победить 5 драконов в схватке. Ну что, пойдем тогда сходим на арену. Место у нас с тобой есть. Кстати, до следующей арены, до 7-й, нам нужно всего лишь 140 кубков. В принципе, мы, наверное, сможем их получить. Ну что, поехали. По-моему, у нас новая арена. Или мне кажется так? Нет, ребята, новая арена. Так, ну что ж, давай будем пытаться с ними разобраться. Так, тут красный, да, и синий. Интересно, я успею громорога завалить? Как думаешь? По идее, должен. Твою налево, хлыщи ходят. Ладно, я это переживу как-нибудь. Бомбим сюда. Так, а дальше, наверное... Давай вот сюда вот. Сейчас будет нам бобо. Будет разбег. И кого-то, наверное, вынесут. Нет, просто оглушили. Да хорош. Он оглушенный, ребята. Мы не сможем, да, сейчас ничего сделать. Давай так тогда сделаем. Пускай он бомбит своего. Так, теперь нам что сделать лучше? Наверное, вот сюда вот кусануть. Сейчас барсика завалит. Кусаем. Так, этот что будет у нас опять? Просто, ну да, просто бомбить. Ну давай мы, наверное, с тобой сделаем вот так. И добивку. Отлично. Ну а здесь у нас, я смотрю, опять же громорог, кривоклык и громель. Давай вот так, наверное, будем с тобой начинать. Твою налево, ну что ты лезешь, а? Ай-яй-яй. Не смогу пробить, да? Пробить не смогу в любом случае, поэтому давай укусим. Твою дивизию, вот этого я и боялся. Это плохо. Это, ребята, очень плохо. Они сейчас будут жарить не по-детски. Ну и что это такое? Ну, ладно, придется так сделать. Другого варианта нету. Сейчас что-то будет плохое. Вот этот, наверное, сейчас бомбанет своим метеоритом. Слушай, я удивлен, почему он этого не делает. Так, слушай, может быть, нам еще? Нет, мы можем сделать вот так. Блин, не получается. Хотя, погоди секундочку. Я же могу сделать вот так вот.
Блин, я думал, что это мой кривоклык, ребята, а это оказался не мой, нифига. Тогда мы сделаем вот так, на всякий случай. Блин, мы хиляться уже не сможем. Спасибо тебе большое, просто молодец, красавчик. Хвалю. Так, нужно как можно быстрее его завалить. Так, у него слепота. У нас, кстати, сейчас будет возможность опять на него повесить слепоту, и тогда он будет наш. Все, пускай он тут что хочет уже делает, нам по барабану. Потому что он не видит, кого бьет. А если бы видел, то бил бы своих. А так, побед за нами. Ну и кто у нас тут? Криво-крив, Шторморез и Громлин. Так, мы начнем, наверное, со Штормореза, да? Да что ж такое-то, а? Хорош. Прикинь, наяривают они здесь. Ну чё, блин, хотел сказать, будем отхиливаться, ага. Промахнулся, фу. Фу, как можно было. Нет, для меня это, ребят, наоборот, хорошо, что он промахнулся. Чё с ними не то? Как я тебя ненавижу, а, за это? За твои вот эти вот паршивые фаерболы. Они меня просто раздражают. А мы сможем убить его? Да, сможем. Сейчас опять фаербол, да? Жестко он, конечно, лупит. Очень жестко. Если я ему понижу броню. Ну-ка, давай так сделаем. Добьет, скорее всего. Нет, не добил, ребята. Так, ну что, вешаем на него слепоту. И начинаем его кромсать. По всей строгости. Да, конечно, разогнался. На! Все, скрита, ребята, мы его завалили. Ну, а вот он и первый наш пак вождя. Шторморез, Лаварык, Душитель и Громобой с крылатым ужасом. А, злобный змеевик еще тут. Как видишь, мне выпали... Ага, друзья мои, смотрите, уже пак выпал 7-й арены. Хотя я еще не пришел, видишь? Не хватает немножечко. Но в этой серии мы с тобой обязательно перейдем на 7-ю арену официально. Ух, елки-палки, ничего себе, тут они... Тройной удар, тихо ты. Блин, с кого начать? Наверное, вот тут вот будем бомбить. Хотя... Не знаю, ребят. Не уверен, что это правильно. Ё-моё, как он жарит, а? Как он жарит. Да что ж вы докопались-то до моего... Все, ребят. Тут, по-моему, мы проигрываем. А что я могу сделать? Ничего абсолютно. Да, и от этого мне почему-то грустно стало. Давай-ка я вот так попробую сделать. Плюс. Вот таким вот образом. Этот все будет мне броню, да, понижать? Ну да, ребят. Понижает броню, естественно, сейчас. Ну что, добивку делаем? Ать! Кусаем. Погоди, может быть, еще не все потеряно у нас. Видишь, что творит? Бомбим. Вешаем на него слепоту. Это наш шанс, друзья мои, здесь выиграть. Видишь, что? Он старается, он пыхтит изо всех сил, но у него ничего не получается. Но если он сделает свою массовую атаку без слепоты, то, конечно, мои все драконы погибнут. А так все мимо. Раз, два. Добьем, добьем. Все. Великолепно. Так, 16, 17, 16 уровень. С кого начать? Наверное, с душителя, да? Ну что ты там думает, еще сидит? Почему так больно бьешься, красный? Блин, опять не успеем, да, забомбить? Ну да, не успеем. Сейчас будет понижать мне. Хотя нет. Просто укусил. Ну что, сейчас... Ох, разбег будет. Будет, друзья мои, разбег. И кому-то... Ну, понятно, все, прощай, Барсик. Так, наверное, нам надо все-таки вот этого брать в расход.
Опять они сейчас вдвоем сходят. Так, разбега нету. А этот сейчас хвостом, наверное, да, будет шпарить. Точно, ребята, и, по-моему, крышка. Терпимо. Так, если я сделаю вот таким вот образом и вот таким, он остается один. Он опять будет хвостом бомбить, да? Слушай, если мы выживем сейчас, надо будет по возможности на него повесить слепоту. А ведь я не успею, да? Тогда сделаем с тобой вот так вот. И вот так. Он убьет, конечно же, кривоклык. А вот у нас с тобой шанс есть уничтожить его. Убить он сразу не убьет. Он вообще промахнулся. Точнее, даже не стал ходить. Все, друзья. Затащили мы эту каточку. Кстати, мы с тобой переходим на седьмую арену. Открыт новый этап. Так, миллион рыбы получаем. Открыт новый этап и все, что ли? Так, арены ранги. Для этой арены доступны Ищейка и чемпион Хлысторез. Так, чемпион Хлысторез. Ну что, друзья мои, нам нужно еще с вами один бой сделать и заберем с тобой пак вождя. Поехали. Так, команду я не стал менять. Я еще, если честно, со старой арены не всех драконов нашел. Тут даже музыка другая. Тут даже, друзья мои, музыка другая. Поехали. Начнем именно с него. Со скалы. Так, бомбим. Понижаем броню. Ох, ё-каламане. Вот это нежданчик был. Не то я сделал. Не то я сделал, сейчас барсика уничтожат. Вот так всегда. Ну что, захиляемся? Слушай, ну вот этот, конечно, со своей массовой огненной атакой меня немножко аж прям подбешивать стал. Даже водорез меня не столько пугает, сколько вот этот вот пристеголов. Сейчас мы его ушатаем. Да что ты... Вот докопался, а? Ну все, водорез, тебе кранты. Мы даже сделаем немножко по-другому, вот так вот. Так, сейчас будет блокировать кого-то. Кривоклык, стоп. Нет, не стал он этого делать. Значит, это для нас, ребят, хорошо. Кривоклык он все-таки уничтожит. Но зато мы уничтожим потом его. Вот и все. Погоди-ка, он отхилялся. На тебе. Вот так вот, друзья мои. Отлично поиграли. Ну что, идем за паком. А вот он, родной. Так, смотрим. Древоруб, крылатый ужас, лаварык, шипорез, дымодышащий, барс и вепрь. И все? Вы серьезно? Вот так вот скудненько. Так, ребят, зато мы здесь с вами забираем. Опа, и пак плеваки. Ну-ка, что там у тебя? Древесинка, руны, руны и много-много рыбы. В принципе, все очень даже неплохо. Я тебе скажу. Так, ну что, событие у нас подождет. Сколько там, кстати, дней? Оу, за 4 дня-то мы пройдем, ребята. Я как раз выйду на выходные. Сегодня еще поработаем сменку. Вообще, по идее, я должен уже давно быть в люле и спать. Потому что сегодня в ночь идти. Но решил почему-то сделать видосик. Так сказать, вас порадовать немножечко. Ну что, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.